Всем привет, ребята! Сегодня мы будем тестировать петарды под землей. У нас прикуплено много различных петард, от маленьких до более мощных. Посмотрим, как они будут взрываться, насколько у них мощи. Но я думаю, будет очень оглушительно. Взрывы будут мощные. Так, у нас вот есть Корсар. Шестой это был. Вот это самая мощная петарда. Я думаю, она бахнет очень хорошо. Это маленькая бомбочка. Это Горилла Бум. Она очень мощная. У нас есть ролики на канале, где мы взрывали их. Взрывы были очень мощные. Также взорвем баллончики с газом под землей. Я думаю, будет много огня. Ну, для начала нужно скопать яму. У нас тут снег пошел. Маленько на камеру будут попадаться снежинки. Ну, я думаю, ничего страшного. Так, откопали яму. Засунули туда трубу канализационную. Сейчас мы ее закопаем, достанем, и будет хорошая нора. Все почти готово. Утрамбуем маленько. Ну все, нора готова. Начнем взрывы самых маленьких петард. Это у нас треугольник. О, рвануло. Ну, не так уж сильно. Я думаю, большие петарды будут мощно взрываться. Вот пошла следующая петарда. Во, вот это взрыв. Уже погромче. Это Корсар 6. Она рванет, я думаю, посерьезней. Вот это оглушительный взрыв. Посмотрите, даже нора обрушилась. А столько дыма от нее идет. Следующая на очереди полетит маленькая бомбочка. Да, взрыв так себе, слабенький. Сейчас мы закинем мощную петарду Горилла Бум и накроем кастрюлей. Ничего себе, она улетела. К сожалению, не получилось хорошо снять. Но взлетела она высоко. А что стало с норой? Да, нора обрушилась. Сейчас на очереди у нас пойдет газ. Взорвем также мощной петардой, чтобы баллончики наверняка взорвались. Обмотаем их посильнее скотчем и запустим. Все готово, опускаем в нору. Удалимся на безопасное расстояние и поджигаем. Сейчас рванет. А где же огонь? Надо туда бросить спичку. Газ должен загореться. Мы бросили спичку. Как я и говорил, загорелось. Газ по-прежнему выходит из баллончиков и тихонечко горит. Так у нас горело очень долго. Мы там даже погрелись. На улице, потому что очень холодно. Ну ладно, надо идти дальше снимать. Мы решили вырыть еще одну нору, но только уже горизонтально. И закинем туда петарду. Для этой норы мы выбрали самую мощную петарду. Вот сейчас рванет, так рванет. Как же долго она горит. Вот это взрыв. Вот это было оглушительно. Столько дыма от этой петарды. Он долго рассеивался. Надо посмотреть, что осталось от нее.
Подписывайтесь на канал, кому понравилось видео, ставьте лайки.